Незламні воїни, незламний народ. Максимум. Радіо незламних. По лінії бойового зіткнення є, пане Роман, повідомлення, що ми були якісь бойові зіткнення в районі Нової Каховки. Кажуть, що ДРГ, можливо, наші заходили. І чути там стрільбу. В телеграм-каналах можна подивитися відео. Там, правда, нічого не видно, лише чути стрільбу. Як ви вважаєте, чи справді доцільно Збройним силам України рухатися на Херсонському напрямку в районі Нової Каховки, чи все ж таки це ІПСО від росіян? В прошлом году у нас уже были эти планы, то есть до Нового года зайти в Крым, и как раз это можно было сделать, если бы были вопросы некоторые по поставкам не выключены, потому что в ноябре практически остановили нам поставки техники, и в декабре, помните, были по 200 миллионов всего лишь поставки на 200 миллионов долларов в месяц, но это кот наплакал, потому движения этого не было, а это очень перспективное направление из-под Новой Каховки, из-под Херсона выйти в сторону Армянска сразу, вот по трассе, прям сразу с Новой Каховки, прямая трасса на Армянск, это вход в Крым, и с Херсона так же самое. С Новой Каховки даже можно двигаться и в сторону Мелитополя, если будет стоять такая задача. Потому Новая Каховка является одной из приоритетных наших целей. Но для того, чтобы начать форсирование Днепра в этом районе, сначала нужно создать плацдарм для форсирования, то есть диверсионные группы должны перейти на левый берег и дальше, уничтожая россиян, создать плацдарм для подтягивания и форсирования Днепра уже основными силами, но дальше этот плацдарм расширяется и выполняется уже движение, атака в сторону Крыма или в сторону Мелитополя, в зависимости от задачи. На данный момент вряд ли именно был сам факт форсирования Днепра большими силами. Скорее всего, диверсионные группы наши, которые это наша армейская разведка, наши разведосы, которые работают по левому берегу уже давно, еще с прошлого года, буквально сразу. И сейчас они активизировались, естественно, и прощупывают в режиме таких зондирующих операций, прощупывают линию фронта. Россияне начали возвращаться. Вода сошла, начинает подсыхать, и россияне возвращаются на старые линии обороны, пытаются их как-то восстановить, реанимировать, откопать, слить воду, ну, то есть обустраиваются обратно, возвращаются обратно к линии, вернее, к береговой линии, к Днепру, опасаясь как раз таких операций наших по форсированию Днепра. И, естественно, с ними также могут завязываться бои, вот с этими группами, которые возвращаются, бои с нашими разведкой, с нашей, которая работает на левом берегу. И за счет того, что россияне начинают возвращаться, возвращается эта контрбатарейная борьба, то есть работа беспилотниками, работа для корректировки огня уже артиллерии, ну и работа, конечно, артой, то есть контрбатарейка, россияне подтягивают обратно, подтягивают армейскую артиллерию и тут же вступают в бой с нашей артой. Вот эти перестрелки могут слышать блогеры, а уже как они их интерпретируют, ну, это уже исходя из фантазии. А фантазия у блогеров, ну, очень такая продуктивная. Пане Романе, у нас є підтвердження двох ударів. По-перше, на Рабатській стрілці, повідомляють самі ж росіяни, був ліквідований замісітель начальника окупаційної ГУМВД РФ по Херсонській області, полковник внутрішньої служби Сергій Поставалов, да, із Воронежа. Це перше ліквідовано. І в нас є супутникові знімки «Генічеськ». Влучання, ми з вами говорили, раніше показували базу і бачимо, тепер є хороші якісні підтвердження того, що ми влучили в їхню базу. Знову ж таки, дивимося, скільки від Генічеська до лінії фронту, орієнтовно бачимо 130 кілометрів. Чим ми могли бити в їхню базу? Ну, это однозначно Storm Shadow, то есть по вывалу и по тем разрушениям, которые видны на снимке, это где-то полтонны боевой части. То есть, а полтонны на такую дальность пока у нас идет только Storm Shadow. Обещают Атакамс, но обещают второй год
потому ну вряд ли они еще зашли. Штормшеду отрабатывает, и как раз это ее цели, и генические, арабатская стрелка, и, естественно, минусуется, то есть первая задача большое количество людей отминусовать, российских военнослужащих, от роты и дальше, насколько я это понимаю. Но, естественно, там могут находиться и руководители, то есть в расположении частей могут находиться руководители, генералы, полковники, воронежские, курские, какие угодно, там российской территории много, до Сахалина. География большая, потому этих руководителей вот Storm Shadow уничтожает. Я думаю, продолжится, то есть расширится география уничтожения. Почему-то у нас Storm Shadow очень медленно крадется. Вот уже можно было давно обработать по центральному Крыму, по горному Крыму и до Керчи доставать. Но вот мы пока еще топчемся на входах в районе Армянской, в районе Генической и Арабатской стрелки. Надо уже веселее надо двигаться и глубже. Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», повідомляє наступне, що в нас є хороші просування в районі Вугледару. Про які просування нічого командувач не каже конкретно. Бійці на фронті з цього напрямку повідомляють, що просування в районі Вугледару більше, ніж кілометр. У мене, пане Роман, питання. Ці просування розраховані в бік... От ми завжди з вами говоримо про стратегічний вузол для росіян – це Волновага. Чи все ж таки це для того, аби вермінський виступ відрізати і рухатись в напрямку Бердянська? В районі Угледара є кілька висоток, які поки ще зайняті росіянами. Для того, щоб нам почати двигатися в сторону Волновахи, нам треба взяти ці висоти, сформувати плацдарм для прориву. Вот это и называется, почему, формирующие операции. То есть вот эти операции, которые на операцию ставится задача, боевое распоряжение, допустим, взять такую-то высоту, взять такую-то высоту, или взять такой-то плацдарм, или взять такую-то позицию. И вот так формируется потом плацдарм для наступательных действий. Потому вот эти вот километровые, двух-трехкилометровые движения, это в основном для формирования плацдарма, вот то, что сейчас происходит в районе Орехова. Вот Орехов и в радиусе там где-то несколько километров, больше десятка километров, вот уже виден такой плацдарм для того, чтобы потом можно было заводить сюда стратегические резервы, прорывать оборону, прикрывать фланги, чтобы никак... нож в масло, а таким конусом, уступом начинать движение, не забывая о флангах. Но для этого нужно вот такое формирование плацдарма. В Орехове это происходит, сейчас это начало происходить уже и в Угледаре. Но опять же, для того, чтобы из Угледара начать двигаться, нам важно срезать этот временский выступ, так как он нас сейчас удерживает от движения из-под Угледара, и, ну не нависая, но по крайней мере правый фланг, он может с временского выступа россияне могут давить на правый фланг. То есть наше движение с Угледара на Волноваху или на Мариуполь, оно может быть просто под ударом фланговым. Это та же самая проблема и у Гуляйпольского гарнизона, который в принципе может двигаться с Гуляйполя в сторону Бердянска. Это та же проблема, только уже с левого фланга временский выступ будет нависать и давить на наши фланги, потому, опять же, формирующая операция, формируем линию фронта, и срезать надо временский выступ по старым Лыновку, это километров 20 от новой Великой Новоселки. То есть вот этим сейчас занимаются наши войска. Медленно, но уверенно срезается этот выступ. После того, как будет выровнена линия фронта между Гуляйполем и Угледаром, после этого дальше уже начнем проводить операции. Либо прорывы сразу, либо формирование уже плацдармов продолжим, по крайней мере. Но это все будет зависеть от замысла главнокомандующего. Та же картина происходит и в районе Бахмута. Не просто так мы движемся вокруг Бахмута. Мы срезаем этот бахмутско-солидарский выступ. Он нам мешает начать дальнейшие операции по освобождению Донбасса, Донецкой и Луганской области. То есть пока не срежем, вот, да, правильно вы показали, а вот пока не срежем этот выступ от Бахмута в сторону Белогоровки или Белогоровки на Бахмут. Кстати, как раз сейчас вот в районе Белогоровки
как раз также начинаются движения в сторону Бахмута, чуть вот от Белогоровки на запад. То есть вот этот выступ, когда срежем, откроется возможность двигаться дальше на Лисичанск, из-под Белогоровки на Лисичанск вдоль Северского Донца на Луганск. Это одно из направлений, которое может быть принято в качестве основного или второстепенного нашим генштабом. Ну и после срезания этого выступа возникнет уже возможность двигаться и на Горловку. Мы уже начали из-под Бахмута двигаться на Горловку вдоль водовода. Это движение на Клещеевку и дальше движение на Курдюмовку. Вот мы практически сейчас подходим к Курдюмовке. Дальнейшее движение – это как раз движение на Горловку. Но пока не будет срезан Бахмутско-Солидарский выступ, который россияне заняли в течение прошлого зимой, это движение будет под ударом фланговым, потому фланги сначала надо зачистить, а потом уже начинать двигаться дальше, глубже на оккупированной территории.